Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. За уход бизнеса из региона принимают в чистку реестра. Об этом Игорь Васильев заявил на коллегии в УФНС. Далее цитата. «У нас иногда часть политического истеблишмента говорит о том, что бизнес в массовом порядке уходит из Кировской области. Это неправда. Налоговые органы наводят порядок в статистической отчетности, а это значит, что ликвидируются обнальные площадки, незаконные схемы возмещения НДС. Региональные власти вместе с налоговой службой наводят порядок в этой сфере. И это никоим образом не касается добропорядочных предпринимателей, которые живут и работают в регионе», – сказал Игорь Васильев. Глава региона отметил, что Кировская налоговая занимает второе место в Приволжском округе, пятое в России по достоверности реестров и повышению качества услуг по регистрации юрлиц и ИП. По мнению Игоря Васильева, это говорит о том, что на законных основаниях из реестра просто исключаются фирмы однодневки. Программа «Экономика». КЧУ 30 раз за год наказывали за невыплату зарплат. Об этом изданию «Бизнес-новости» в Кирове рассказал первый заместитель прокурора Кировской области Дмитрий Шерстнев. По его словам, только в 2019 году внесено 40 представлений. Юридические лица АО КЧУ, его аффилированные организации, их руководители 30 раз привлечены к административной ответственности за невыплату денег сотрудникам в установленный срок. Заплатили в общей сложности после вмешательства прокуратуры 35 миллионов рублей. Предстоит еще погасить 48 миллионов рублей долга уже в рамках процедуры банкротства за счет продажи имущества должника. На руководителя одного из крупнейших кировских застройщиков Сергея Кочера возведены дела за уклонение от уплаты налогов и невыплату зарплат. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Чтобы обновить гаджет и получить свежие технические разработки, теперь не ждут, когда сломается старый смартфон. Предложение трейд-ин от салона Fresh Store избавит от необходимости хранить уже ненужную технику и даст возможность получить скидку на новую. Распространяется это на всю технику Apple. В салоне Fresh Store могут оценить стоимость старой техники, на такую сумму уменьшить стоимость новой. Кроме того, на месте можно перенести всю информацию на новый телефон и убрать со старого, чтобы сведения не оказались в чужих руках, а также установить все привычные приложения. Салон Fresh Store находится на Герцена 87А в центре города напротив ТЦ G-Mall. Здесь можно приобрести любую технику Apple от часов и наушников AirPods до MacBook'ов, а также подобрать аксессуары и комплектующие и при необходимости сдать устройство в ремонт. Яблочные новинки и комиссионные предложения. Fresh Store на Герцена 87А. Индивидуальный предприниматель Борцов Юрий Сергеевич, ОГРНП 31-24-34-52-98-00-34. Завершение. В валютах доллар сегодня 66.19, курс евро 73.68. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.